вы видели, где место свалки определенная этой площадка, мусорная площадка. Буквально несколько дней, недель назад она сгорела полностью. Сами увидели, да? Сняли. Туда уже мусор, который региональный оператор собирает, они не сваливают. А привозят вот сюда, видите? Теперь уже получается она как несанкционирована свалка уже. Хотя собирает мусор именно работники это регионального оператора. Когда вот вышел закон об этом, о мусорной реформе, вот с тех пор она появилась. Им площадку определили, они ее заасфальтировали, и туда должны были свозить или свозили мусор из четырех районов. Вот Малодеребетовский, Октябрьский, Сарпинский. Трех районов. Дней 10-15 назад она загорелась, где собирали мусор со всех районов. И дым, он, когда роза ветров была на Тундутово, буквально она накрыла село Тундутово. А трасса буквально рядом, в 350 метрах от мусорной свалки. Федеральная трасса. Элиста-Волгоград. Кроме того, что он на Тундутово дым пошел, потом роза ветров поменялась, и он стал вот этот, на пятиэтажках, нечем дышать. Там. Этих регионального оператора, который работники свозят мусор, здесь и жители сваливают. В том числе и животных, свиней видели, по пути ехали, коров, овец и собак. Полная здесь такая антисанитария, понимаете, с этими животными погибшими. Вот видите, уже она в мешках. Эти мешки собирают граждане, жители села Малые Дербеты и других сел. Они мусор собирают, и потом, когда машина развозит, они грузят, сюда привозят. И вместо того, чтобы теперь они на своей площадке сваливать, они, получается, уже несанкционированную свалку здесь сделают. Это буквально от села недалеко, за 10-15 дней, да? Ну, здесь, кроме того, что они сваливают, вот еще несанкционированная свалка строительных остатков строительного материала. Угу. Вот мебель,